Уважаемый Леонид Эдуардович, очень рад вас приветствовать. Добро пожаловать. Ваш визит имеет большую важность. Уверен, что он будет вносить большой вклад в дело укрепления дружественных и партнерских отношений между нашими странами. Как вам известно, в прошлом месяце состоялся государственный визит президента Российской Федерации, давший очень большой импульс развитию наших двусторонних отношений по всем направлениям. Ну, как вам известно, активные межпарламентские связи связывают наших законодателей. Успешно работает межправительственная комиссия. Активно развивается гуманитарное сотрудничество. Все это и многие другие вопросы были обсуждены в рамках визита президента России. Еще раз с удовлетворением отметили поступательный, динамичный характер наших отношений. И, конечно, межпартийные связи между политическими силами наших стран также являются важным фактором взаимодействия. Вы возглавляете одну из ведущих политических партий Российской Федерации, пользующуюся большим авторитетом во всех регионах Российской Федерации. И успешные результаты выборных кампаний, которые представители вашей партии демонстрировали, говорит о большом авторитете вашей политической силы как важного фактора политической системы Российской Федерации. Мы, конечно, все это наблюдаем с большим интересом и с радостью, и желаем вам и возглавляемой вами партии новых успехов. Ну и, конечно же, в качестве руководителя внешнеполитического направления Государственной Думы вы, естественно, каждодневной своей деятельности знакомитесь в том числе и с успехами на российско-азербайджанском треке. Думаю, что сегодня эти и другие вопросы подробно обсудим и наметим пути дальнейшего взаимодействия. И последнее. Хотел бы выразить вам благодарность за то, что, несмотря на напряженный график, вы нашли время посетить Карабахский регион Азербайджана, город Шуша. Был среди тех населенных пунктов, которые вы посетили, это, конечно же, придает вашему визиту особое значение, и уверен, и азербайджанская общественность, и в первую очередь бывшие вынужденные переселенцы по заслугам оценят решение посетить Карабахский регион. Еще раз добро пожаловать. Глубоко уважаемый, дорогой Ильхам Гидарович, для меня большая честь и большое событие каждый раз бывать в братском для нас Азербайджане, встречаться с вами и каждый раз с глубоким удовлетворением отмечать те успехи, которые проделал Азербайджан на пути развития национальной экономики, то, что завещал вам Гейдар Алиевич. Все это успешно претворяется в жизнь. Для меня знаково было осуществить давнюю мечту побывать в культурной столице Азербайджана, в Шуше. Могу сказать, что необыкновенными темпами Карабахский регион восстанавливается. Шуша сегодня представляет собой грандиозную стройку. Восстанавливаются исторические объекты. Я счастлив побывать в Шуше, и для меня это было знаково. После того, как Азербайджан стал энергонезависимым государством, был реализован еще один и, может быть, главный завет вашего великого отца, основателя современного азербайджанского государства, Гейдара Алиевича Алиева, которого мы почитаем, его память почитаем в России. Я имею в виду
возвращение Карабаха домой. Это задача не только национальной важности, это задача стабильности на Южном Кавказе, задача исторического масштаба, которая была успешно решена. Сегодня в Карабахском регионе Азербайджана ускоренными, форсированными темпами идет формирование новых рабочих мест, в том числе и наукоемких кластеров. Это вопросы ближайшего будущего. И как некоторые не могли себе представить скорейшего возвращения Карабаха домой, так сегодня кто-то, может быть, не представляет того, что будет в Карабахе через несколько лет. Но я убедился вчера своими глазами, что это снова будет процветающая, благодатная земля. И сотрудничество, в том числе российских и азербайджанских инфраструктурно значимых компаний, реализация инфраструктурных проектов будет убежден также и в Карабахском регионе во имя людей, чему посвящена вся, дорогой Ильхам Гейдарович, ваша многолетняя деятельность на посту руководителя современного Азербайджана. Для меня знаковым является и то, что вчера со мной был глубоко нами уважаемый и любимый Полат Бюльбюль-Оглы. Вчера мы были в историческом доме Бюльбюля. Поэтому сейчас, конечно, мы обсудим значительное количество тех вопросов, которые являются актуальными в нашей двусторонней повестке, и в том числе, конечно, в плоскости парламентской дипломатии, которая самым успешным образом развивается у нас с Мелимеджлисом. Но, побывав вчера в Шуше, еще раз хочу, будучи у вас в гостях, глубоко уважаемый дорогой Ильхам Гейдарович, сказать, что поздравляю всех, кто живет, как я, с Азербайджаном в сердце, в том числе и далеко за пределами азербайджанского государства. Поздравляю с возвращением Карабаха домой. Карабах – это Азербайджан. Спасибо большое. Подпишитесь на наш канал «Будро Ньюс» и будьте в курсе всех событий.